Я тут себе новое хобби нашел. Какое? Вархаммер. Вархаммер? 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 Да, Вархаммер. Вам не снилось, в таких сложных условиях приходится трудиться работникам инквизиции в мире Вархаммера. Не надо! Я не колдун! Механикус, житель Марса, медленно превращает себя в киборга, поклоняется духу машины и почитает тостеры. А план на февраль утверждает обратное. Инквизитор убивает еретиков. Сенсов, но в первую очередь тех, кто недостаточно низко поклонился перед статуей бога императора. Потише там! Послушайте, обвиняемый. Извините, что забегаю немного вперед. Конец месяца, по колдунам недобор. Я иду на инквизитора года. Вот, приходится работу на выходные брать. Еще скажите спасибо, что я тут еретиков не жду. Они сырые, горят плохо, весь клуб бы кашлял. Вы думаете, мне нравится людей по ночам пытать? Да нет, конечно. А зря, мне нравится. Один из кирпичиков, по которому я собираюсь перебежать грязную лужу ереси. Наемник. А ты просто инквизиция. Наше оружие неожиданность. Неожиданность и страх. Страх и неожиданность. Это два наших друга. Плюс и бежал. Страх, неожиданность и бежал. А еще политическое предоставление тратил. Четвертое. Он уже здесь. Перейдем к следующей ножке табуретки, на которой наконец стоит господство человечества. И гвардеец скоро после смерти Крига с отварной лопаткой может решить все свои проблемы, ваши проблемы и проблемы соседней планеты. Держи. Вперед. Бороться с ересью. Псайке, иди сюда, ты нам нужен. Механикус, который зашел не туда. Сайдер, человек, который способен использовать психические силы, посмотрел на бога императора. Поэтому теперь его можно колдовать, если... Госпожа инквизитор, постойте, он еретик. Я видел вчера, он гладил ксерокла. Может быть, я гладил мужа. Он провел еретиков через ванну. Да, но из благополучной части сектора не раб смерти. Камеры зафиксировали, что он раздавал бунтовщикам пайки. А камеры зафиксировали срок годности этих пайков? Господин инквизитор, я сидел в поверхности, но у меня совсем закончили старые потери. Что вы сказали? Вот тебе лопата, иди чистить задний двор. Ладно, раз ты не колдун, предлагаю стать частью имперской инквизиции. Это Ваха. И здесь уже не работают. И законы физики. Логики. Нам поможет только пафос.